Канада не собирается внедрять блокчейн в банковскую систему. По словам главных игроков данной отрасли, на данный момент для внедрения блокчейна слишком много препятствий. Как заявляют соучредитель и президент Payments Canada Гэри Гетц, а также первый заместитель управляющего банка Канады Кэролин Вилкинс, в своем официальном обращении присутствует серьезное расхождение или даже напряженность между существующей централизованной банковской платежной системой и децентрализацией, которая является неотъемлемой частью технологии Distributed Ledger. Тем не менее, достаточно велика вероятность внедрения технологии блокчейн в будущем.